Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня я вам предлагаю связать обезьянку. Вот так она выглядит в готовом виде. Что в ней необычного? В этот раз я использовала глазки, причем их я и приклеила. Они двигаются, это будет привлекать малыша. Также ручки, они, как видите, тянутся. Немного другой формат тянучки и хвостик. Если вам понравилась игрушка, присоединяйтесь к нам, будем вязать ее вместе. Вяжем глазки. Их должно быть две штуки. Одну я связала. Состоит она из трех рядов. Вот оставляем в конце нить для пришивания. Давайте начнем. Первый ряд. Делаем кольцо амигуруми. И провязываем, как обычно, 6 столбиков без накида. Закрепляем ниточку. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Стягиваем кольцо. Ставим маркер. Начало ряда. Второй ряд вяжем 6 прибавок. Каждую петлю по 2 столбика. Первая прибавка. Вторая прибавка. Продолжаем вязание самостоятельно. Третий ряд. Вяжем 1 столбик, прибавку 6 раз. Должно получиться 18 столбиков без накида. Так, столбик провязали, следующую петлю прибавка. Снова столбик и прибавка. Продолжаем вязание самостоятельно. В конце нить закрепляем, оставляем кончик для пришивания и отрезаем. Выполняем самостоятельно. Я закончила вязание, закрепила нить, отрезала. Вот у нас две детальки готовы. Убираем их в сторону. Голова, первый ряд, кольцо амигуруми и 6 столбиков, как обычно. Закрепляем нить и провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кольцо стянули, второй ряд вяжем 6 прибавок. В каждую петлю по 2 столбика без накида. Первая прибавка. Вторая прибавка. Дальше вяжем самостоятельно еще 4 прибавки. Третий ряд. Вяжем 1 столбик, прибавку 6 раз. Должно получиться 18 столбиков без накида. Так, в первую петлю провязываем столбик, во вторую петлю прибавку. Вяжем так до конца ряда самостоятельно. Четвертый ряд. Вяжем 2 столбика и прибавку 6 раз. Должно получиться 24 столбика без накида. 1 столбик. 2 столбик. В следующую петлю вяжем прибавку. Вяжем так
до конца ряда самостоятельно. Пятый ряд. Вяжем 3 столбика и прибавку 6 раз. Должно получиться 30 столбиков без накида. 1, 2, 3. В следующую петлю провязываем прибавку. Вяжем самостоятельно до конца ряда. Шестой ряд. Вяжем 4 столбика и прибавку 6 раз. Должно получиться 36 столбиков по кругу. 1, 2, 3, 4. В следующую петлю прибавка. Продолжаем вязание самостоятельно. Седьмой ряд. Вяжем 5 столбиков и прибавку 6 раз. Должно получиться 42 столбика по кругу. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую петлю вяжем прибавку. Вяжем до конца ряда самостоятельно. Восьмой, девятый и десятый ряд вяжем по 42 столбика в каждом ряду. В каждую петлю по одному столбику провязываем самостоятельно. Одиннадцатый ряд вяжем 6 столбиков и прибавку 6 раз. По кругу должно получиться 48 столбиков без накида. Так, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. В следующую петлю провязываем прибавку. Продолжаем вязание самостоятельно. Двенадцатый ряд. Вяжем 48 столбиков без накида в каждую петлю по одному столбику. Вяжем самостоятельно. Тринадцатый ряд. Вяжем 6 столбиков и убавку 6 раз. 6 раз должно получиться 42 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, теперь у нас идет убавка. Вяжем самостоятельно до конца ряда. Четырнадцатый ряд. Вяжем 5 столбиков и убавку 6 раз. По кругу должно получиться 36 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь вяжем убавку. Продолжаем вязание самостоятельно. 15 и 16 ряд вяжем по 36 столбиков без накида в каждом ряду. Вяжем самостоятельно в каждую петлю по одному столбику. 17 ряд вяжем 4 столбика и убавку 6 раз. Один, два, три, четыре. Затем идет убавка. Продолжаем вязание самостоятельно.
18 ряд, вяжем 30 столбиков без накида, каждую петлю по одному столбику выполняем самостоятельно. 19 ряд, вяжем 3 столбика и убавку 6 раз, у вас должно получиться 24 столбика по кругу. 1 2 3, затем убавка. 20 вязание самостоятельно. 20 ряд, вяжем 2 столбика и убавку. 1 2, так, убавка. 20 вязание самостоятельно, у вас должно получиться 18 столбиков без накида. Набиваем голову холофайбером и оставляем кончик для пришивания. Так, я набила голову холофайбером плотно, вот он кончик для пришивания. Убираем эту деталь тоже в сторону. Мордочку мы будем вязать бежевой пряжей. Первый ряд делаем кольцо амигуруми, набираем в него 6 столбиков без накида. Закрепили нить. 1 2 3 4 5, 6, колечко стягиваем, 2, ставим маркер. Второй ряд, вяжем 6 прибавок, у вас должно получиться 12 столбиков без накида. Первая прибавка, вторая прибавка, продолжаем вязание самостоятельно. Третий ряд, вяжем 1 столбик, прибавку 6 раз, должно получиться 18 столбиков без накида. 1 столбик, в следующую петлю прибавка. 1 столбик, затем прибавка. Вяжем эту комбинацию еще 4 раза самостоятельно. Четвертый ряд, вяжем 2 столбика и прибавку 6 раз. По кругу получается 24 столбика без накида. 1 столбик, 2 столбик, прибавка. 1 столбик, 2 столбик, прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. Пятый ряд, вяжем 5 столбиков и прибавку 4 раза. Общее количество столбиков по кругу 28. Один, 2 3 4 5, в следующую петлю вяжем прибавку, вяжем до конца ряда самостоятельно. 6, 7 и 8 ряд провязываем по 28 столбиков в каждом. То есть 3 ряда, вяжем под каждую петлю 1 столбик. Вяжем самостоятельно. В конце 8 ряда нить закрепляем, отрезаем, оставляем кончик для пришивания. Выполняем самостоятельно. Провязала я 3 ряда.
Вот закрепила ниточку, оставила кончик для пришивания. Мордочка готова. Набивать мы ее будем в процессе пришивания. Убираем эту деталь тоже пока в сторону. Теперь свяжем с вами ушки. Деталей тоже должно быть две. Первый ряд делаем кольцо амигуруми. Закрепляем нить и провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Стягиваем колечко, ставим маркер. Второй ряд вяжем 5 прибавок. Первая прибавка, вторая прибавка, так вяжем до конца ряда самостоятельно. Третий ряд вяжем 1 столбик прибавку 5 раз, должно получиться 15 столбиков без накида. Столбик, следующую петлю прибавка, снова столбик, затем прибавка. Продолжаем вязать самостоятельно. Четвертый ряд вяжем 2 столбика прибавку 5 раз, должно получиться по кругу 20 столбиков без накида. Так, вяжем 1 столбик, 2 столбик, следующую петлю прибавку. Снова 1 столбик, 2 столбик, в следующую петлю вяжется прибавка. Продолжаем самостоятельно вязать до конца ряда. Пятый ряд вяжем 20 столбиков без накида. Каждую петельку по одному столбику провязываем. 1, 2, 3, 4. Пять, шесть. Продолжаем самостоятельно. Шестой ряд вяжем 2 столбика и убавку 5 раз. 1 столбик, 2 столбик, убавка. Один столбик, 2 столбик, убавка. Вяжем так до конца ряда самостоятельно. Седьмой ряд вяжем 1 столбик и убавку 5 раз. 1 столбик, затем убавка. Повторяем еще раз. 1 столбик и убавка. Дальше вяжем самостоятельно до конца ряда. У вас должно получиться 10 столбиков без накида. Провязали седьмой ряд. Складываем ушко пополам и соединяем вместе эти две половинки столбиками без накида. У вас должно получиться 5 столбиков без накида.
1, 2, 3, 4, 5. Нить закрепляем, отрезаем, оставляем кончик для пришивания. Ушки готовы. Наполнять их не нужно было. Вот кончики для пришивания. Убираем в сторону. Какая же обезьянка без хвостика? Давайте его тоже свяжем. Первый ряд. 6 столбиков в кольцо амигуруми. Закрепляем нить. И провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягиваем ниточку. Ставим маркер на начало ряда. Второй ряд. Вяжем 1 столбик и прибавку 3 раза. Сначала столбик. Следующую петлю прибавка. Продолжаем вязание самостоятельно. Третий ряд. Вяжем 9 столбиков без накида. В каждую петлю провязываем по одному столбику. 1, 2, 3. Продолжаем самостоятельно. С четвертого ряда вяжем по 9 столбиков в каждом ряду до желаемой длины хвоста. Выполняем самостоятельно. Я провязала еще 20 рядов. Данная длина хвостика не показалась достаточной. Теперь также пришиваем резинку. Вот у меня резиночка бельевая. Вставляем ее вовнутрь и пришиваем. Хвостик готов. Вот. Убираем его в сторону. Будем вязать с вами ножку. Одну я уже связала, вторую будем вязать вместе. Деталей должно быть 2. Набираем цепочку из 6 воздушных петель. Это у нас первый ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Второй ряд. Вяжем 1 столбик во вторую петлю от крючка. Затем у нас идут 3 столбика в каждую петлю по одному столбику. Затем в последнюю петлю мы провязываем 3 столбика и идем вязать по обратной стороне цепочки. Провязываем 3 столбика и прибавку. У вас должно получиться 12 столбиков без накида. Так, вот во вторую петлю от крючка провязываем столбик, затем 3 столбика, 1, 2, 3, в последнюю петельку провязываем 3 столбика, 1, 2, 3. Сейчас будем вязать уже по обратной стороне цепочки. Провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. Затем у нас идет прибавка.
один столбик и сюда же еще один столбик. Мы закончили второй ряд, ставим маркер. У меня это нить контрастного цвета. Вот. Третий ряд вяжем прибавку, затем 3 столбика без накида, далее 3 прибавки, 3 столбика без накида и 2 прибавки. Должно получиться 18 столбиков без накида. Прибавка. Три столбика. Один, два, три. Три прибавки. Одна прибавка. Вторая прибавка, третья прибавка, три столбика, один, два, три. Так, нам осталось провязать 2 прибавки. Первая прибавка и вторая. Четвертый ряд вяжем столбик, затем прибавку, 4 столбика, прибавку, 3 столбика, прибавку, 5 столбиков, прибавку и столбик без накида. Должно получиться 22 столбика. Без накида. Давайте начнем. Столбик, прибавка, четыре столбика, прибавка, три столбика, прибавка, пять столбиков. Прибавка, столбик, пятый ряд провязываем 22 столбика и шестой ряд провязываем 22 столбика. Вяжем самостоятельно. Седьмой ряд вяжем 7 столбиков, 4 убавки и 7 столбиков. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, убавка, раз, убавка, два, убавка, три, убавка, четыре. 7 столбиков. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Восьмой ряд. Вяжем 5 столбиков, 4 убавки и 5 столбиков. Без накида. Должно получиться 14 столбиков. В этом ряду в конце меняем цвет нити на коричневую. 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Так, теперь убавки. Убавка 1, убавка 2, убавка 3, и убавка 4. Пять столбиков. 1. 2, 3, 4, 5. Провязываем не до конца, берем коричневую нить и присоединяем. Я закончила столбик, провязала коричневую нитью. Соединила бежевую и коричневую на узелки и отрезала. 9 ряд. Вяжем 14 столбиков без накида. 10 ряд. Тоже вяжем 14 столбиков без накида. Вяжем самостоятельно. 11 ряд. Вяжем 5 столбиков убавку 2 раза. У вас должно получиться 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Убавка. Второй раз провязываем самостоятельно. Довязали 11 ряд. Теперь ножку, нижнюю часть плотно набиваем холофайбером. Провязали 11 ряд с 12 по 25 ряд включительно. Вяжем по 12 столбиков без накида. Вяжем самостоятельно 14 рядов. Провязали 14 рядов, наполняем ножку холофайбером. Также провязываем 3 столбика смещения и потом складываем ножку пополам и прошиваем ее крючком столбиками без накида. Вяжем 3 столбика смещения. 1, 2, 3. Так, теперь наполняем ножку. Наполнили ножку холофайбером. Теперь соединяем две стороны столбиками без накида. Вот 1, 2. Три, четыре, пять, шесть. Нить закрепляем. Отрезаем, оставляем кончик до пришивания. Ножки готовы. Так они выглядят.
убираем их в сторону. Свяжем с вами ручку. Их должно быть две детали. У меня уже одна связана. Видите, я уже пришила бельевую резинку. Где-то сантиметра 3. Ее отрезала и пришила. Давайте начнем. Первый ряд. Кольцо амигуруми. Провязываем в него 6 столбиков без накида. Закрепляем нить. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко стягиваем и ставим маркер на начало ряда. Колечко стянули. Берем ниточку другого цвета. Второй ряд. Вяжем 1 столбик и прибавку 3 раза. Должно получиться 9 столбиков. 1 столбик. 1 столбик. Следующую петлю провязываем прибавку. Продолжаем самостоятельно до конца ряда. 3, 4, 5, 6 ряд провязываем по 9 столбиков в каждом ряду. То есть 4 ряда вяжем в одну петлю 1 столбик без накида. Выполняем самостоятельно. Затем у нас идет смена цвета нити на коричневую. Довязала я 6 ряд до конца, сменила нить на коричневую. Теперь с 7 по 24 ряд вяжем по 9 столбиков. Без изменений провязываем 18 рядов. Вяжем самостоятельно. Довязали ручку до конца. Так, я отрезала резиночку и вставляем ее. Вот так вот. Прикладываем ко второй ручке, чтобы длина резинки у нас получилась одинаковая. Теперь берем иголку с простой ниткой и пришиваем. Ручки готовы, которые в будущем будут тянучками. Убираем их пока в сторону. Свяжем тело, делаем кольцо амигуруми. Закрепляем нить и провязываем в него 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Колечко стягиваем и ставим маркер на начало ряда. Это был у нас первый ряд. Второй ряд. Вяжем 6 прибавок. Должно получиться 12 столбиков по кругу. Первая прибавка. Вторая прибавка. Продолжаем вязание самостоятельно. Третий ряд. Вяжем 1 столбик и прибавку 6 раз. Должно получиться по кругу 18 столбиков без накида. Так, провязываем столбик. Следующую петлю прибавка. Снова столбик,
затем прибавка. Продолжаем вязание самостоятельно. Четвертый ряд вяжем 2 столбика и прибавку 6 раз. Должно получиться 24 столбика без накида. Первый столбик, второй столбик, следующую петлю прибавку провязываем. Первый столбик, второй столбик, затем прибавка. Продолжаем вязание самостоятельно. Пятый ряд вяжем 3 столбика и прибавку 6 раз. Получается 30 столбиков без накида. Первый столбик, второй столбик, третий столбик, следующую петлю прибавка. Первый столбик, второй, третий, прибавка. Продолжаем самостоятельно. Шестой ряд вяжем 4 столбика и прибавку. Должно получиться 36 столбиков без накида. Первый столбик, второй, третий, четвертый. В следующую петлю вяжем прибавку. Первый столбик, второй, третий, четвертый. Так, вяжем прибавку. Продолжаем вязание самостоятельно. Седьмой ряд вяжем 34 столбика без накида и 2 воздушные петли. Вяжем самостоятельно. Закончили седьмой ряд. Вот у нас 2 воздушные петли. Дальше с 8 по 11 ряд включительно вяжем по 36 столбиков без накида. В каждую петлю провязываем 1 столбик. Так. Где у нас были воздушные петли, продеваем наш хвостик с резинкой. Так, вот я продела хвостик. Дальше вяжем самостоятельно. 4 ряда. 12 ряд вяжем 4 столбика и убавку 6 раз. Должно получиться 30 столбиков без накида. Так. Первый столбик. Второй. Третий. Четвертое. Теперь убавка. Снова первый столбик, второй, третий, четвертый, убавка. Продолжаем самостоятельно. 13, 14 и 15 ряд вяжем по 30 столбиков в каждом ряду. Провязываем самостоятельно. В каждую петлю вяжем 1 столбик. Шестнадцатый ряд вяжем 3 столбика и убавку 6 раз. 1,
два, три. Так, затем убавка у нас. Вот. Снова повторяем. Один, два, три. Убавка. Дальше вяжем самостоятельно. Мы закончили 16 ряд. У нас с вами 24 столбика без накида. 17, 18, 19 ряды провязываем по 24 столбика в каждом ряду. Без изменений в каждую петлю по одному столбику. Не забываем, что у нас от хвостика внутри резинка. Ее будем провязывать в 17 ряду. Она достаточно легко протыкается крючком. Думаю, сложностей не вызовет с ее ввязыванием. Так, подхватили резинку. Вы можете также ее пришить. И вот так столбиками ввязываем. Продолжаем самостоятельно. Вот я провязала резинку, закрепила ее и вяжем дальше. Вот наш хвостик возвращается назад. Также по мере вязания наполняем тело уже холофайбером. 20 ряд. Вяжем 2 столбика и убавку 6 раз. Должно получиться 18 столбиков без накида. 1, 2. Дальше убавка. 1, 2. Убавка. Продолжаем самостоятельно. 21 ряд. Вяжем 4 столбика без накида. Затем 2 воздушные петли. Так, 1, 2, 3, 4. 2 воздушные петли. Так. Присоединяемся в третью петлю. Провязываем столбик без накида. Еще провязываем дополнительно 6 столбиков. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Вяжем 2 воздушные петли. Так, присоединяемся в третью петельку и вяжем еще 2 столбика без накида. Один и еще один. Закончили ряд. Теперь 22 и 23 ряд вяжем по кругу. Каждую петлю по одному столбику. Так, довязали 23 ряд до конца. Закрепляем ниточку и отрезаем. Вот что у нас получилось. Наполняем холофайбером доверху. И в эти отверстия, которые мы вязали по 2 воздушные петли, вставляем ручки. Продели ручки с резинками. Так, теперь на расстоянии где-то сантиметр от края крепко их сшиваем, чтобы у нас
немножко было растяжение, и потом наполняем уже холофайбером окончательно и займемся оформлением головы. Я прошила резинку, теперь под резинку будем наполнять холофайбером, чтобы создалось необходимое натяжение. Тогда ручки будут вытягиваться и возвращаться назад. Так, вот что у меня получилось. Резинку я еще немного подшила, потому что она вытягивалась у меня и назад как бы не возвращалась. Сейчас более-менее оставляю на этом уровне. Так, теперь пришиваем ножки, намечаем место для ножек симметрично ручкам и пришиваем. Туловище у нас готово. Так, беремся за мордочку. Берем нашу голову, намечаем место для глаз. Так, я наметила глазки, пока закрепила их булавками. Мы оставляли кончики нити для пришивания. Так что пришиваем по кругу самостоятельно. Так, вот что у меня получилось. Теперь берем мордочку. Вот так вот. Приставляем ее. Тоже фиксируем на булавке. И пришиваем. В конце пришивания оставляем немного места и заполняем холофайбером. Так, я пришила мордочку. Теперь займемся глазами. Так, автор указывает полубусины, но я их, к сожалению, не нашла. Поэтому будем приклеивать вот такие вот глазки. Они тоже смотрятся. Ничего, с ресничками. Так, приклеивать я буду на клей момент. Кристалл прозрачный. Так, тоже приклеивайте то, что у вас есть под рукой. Вот я приклеила глаза, так даже будет, наверное, веселее, чем с полубусинами. Вот, видите, глазки двигаются, ребенку будет интересно. Представляем в голове уши, намечаем вот для них место, мне кажется, так, в принципе, нормально будет. Можете, в принципе, еще сместить ушки, но я буду пришивать на этом уровне. Так, пришиты ушки. Теперь берем черную нитку типа ирис, у меня вот такая вот она, и иголку, и вышиваем носик примерно вот здесь, делаем несколько стежков на 3 столбика. Вот таким образом вышиваем носик на ту толщину, которую вы хотите. Выполняем самостоятельно, затем кончики нитки прячем внутри. Мордочка оформлена до конца. Вот, может, обезьянка. Такой взгляд принимать удивленный, и так далее. Теперь соединяем голову с туловищем, вот так вот представляем и пришиваем, выполняем самостоятельно. Мы соединили голову с туловищем. Так, работа закончена. Вот так у нас играют глазки в разные стороны, тянутся ручки, тоже назад все возвращается, хвостик. Вот, в принципе, все. Если вы добились такого же результата, я вас поздравляю. Ставьте лайки, подписывайтесь.